standing as testimony to man's pride. The poison plant spreads its pollution in this realm as it does through all others. You must venture deep into its toxic bowels to free the two artifacts your quest requires. Seek out its core, and this will set you on your path to the Hall of Mirrors. Доброго времени суток, с вами VGEvery, и я все еще играю за воздушный элемент. И сейчас будет что-то интересное, я так понимаю. Правда, я понятия не имею, что. Судя по всему, мне надо будет куда-то пробраться. Вопрос в том, куда и зачем. Ох! Привет! Привет, ребята! Я по вам скучала. О, ой-ой-ой, собаки! Собаки! Вы ведь видите тоже, что я... Там еще кто-то кидается сюрикенами. Не, ну сюрикенами ты... Ага, вон ты где. Так, меня пока еще никто не задел. Давай, подходи. Так. Ну где ты там? Ага, еще немного. Неплохо. И еще разок. О, черт, у меня же не осталось. Ох, ох, ох. Чуть не попал. Ну вот и все. Он сдох. Ура! Я так понимаю, что дальше там еще какая-нибудь бяка будет. Или нет? Ох, опять вы. На вас я патроны тратить не буду. Я сказала, не буду. А вот там мне слышится, кто-то идет. Что это там такое? Отлично. Так, давай подходи. Ну, 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 где ты там? Опа. Ура! Я его слила. Но он там не последний, верно? Что-то как-то я волнуюсь. А, он еще один. А, отлично. Пойду возьму патроны. Кстати, зря я тут собрала большую пачку патронов. Надо было эти сначала. Но, с другой стороны, все равно у меня пока что хватает. Так что все в порядке. Ой. Кто-то где-то там. А просто он кто? Где? Опа! А это выглядело круто. Ну, я тупанула, конечно. Конкретно тупанула. Там что-то наверху. О, да! Теперь я его заметила. Чувак, иди-ка ты нафиг. Вот нафиг иди. А, отлично. Там еще один, а его я не видела. А, он с той стороны. Попала. И еще раз. Я сегодня очень меткая. Но стопудово тут сейчас начнется мочилово, крошилово, убивалово. И мне это не нравится. А! Чёртовы собаки! Идите нафиг, 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 нафиг. А! Черт, свалите вы уже в канаву. Я прошу вас очень сильно. Так. Где-то тут должно быть... Нет, тут, судя по всему, нет секрета. Там внизу опасно. Сейчас кто-нибудь откуда-нибудь выпрыгнет, да? Я так понимаю, да? Чё там? Чё там? Я не вижу, чё там. А ну-ка. Не, ничего не понятно. Ладно, не буду тупить, просто пойду дальше. Там за поворотом будет еще какая-нибудь хрень. Вот я вот зубы даю. Ну и... Ага, дверь. Рядом с дверью должен быть охранник этой двери. Что-то как-то слишком тихо, мне это не нравится. О! Приветик! Ой, блин, а что же я делаю? Вы видите собаку? Вот и я вижу собаку. Нафиг собаку! Хе-хей! Эй! Имей совесть. Я зря сделала, конечно. Я тупень. Что-то как-то тут страшновато. Там, кажется, патроны, но если я туда пойду, мне капец. Или нет? По идее, я бы должна тут бегать, всех мочить направо и налево, но я не умею так делать. У меня свой принцип прохождения шутеров. Тупить, 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 потом мочить и снова тупить, да. А время-то идет. Ну, ладно. Где? Где она? Эти твари. Ага, вот вы где. Куда вы взялись? А, я вижу откуда. Ладно. Так, надо навести порядки. Сидеть! Фу, место, место. Кому сказала место? Плохая собака, очень плохая собака. Ох. Что-то тут как-то темновато, мне кажется. А мне так темно. Потому что я очень мало вижу. А гамму менять мне лень. Что тут хорошего? О. А будет, что эта штука, она обвалится, да? Ну да плевать. Как-то надо будет попасть сюда. Или нет. О. Сюда можно пройти, нет? Там же ничего интересного-то нету. Ладно, надо открыть дверь. Вот что главное сейчас. И я пойду ее открою. Ну что ж, я не знаю, что меня ждет. Но на всякий случай... Опа! Опа! Это было неожиданно. Я даже не заметила... А, это вы там были. Ну ладно. Так. Рычаг. О, а я так и думала, что эта штука должна двигаться. Ну, отлично. Патрончики, патрончики. Так, это можно уничтожить. Доктор Лав. Я так понимаю, это пародия на Доктор Пеппер, нет? Ладно, не важно. Халк ломать. Пойдем по мостику. Так, что же меня тут ждет? Вот стопудово из этих штук сейчас что-нибудь повыскакивает. Вот я вот уверена. Да. Ой! Эти звуки, они... Я не ожидала, что будет именно так. Внезапные звуки меня всегда пугают. Конечно, не настолько, чтобы дом построить, но... на баню бы хватило. Эй-эй-эй-эй! Осторожно! Аккуратно! Валите нафиг, вы чё? Чуваки, я на вас патроны тратить не хочу. Мне нужно найти срочно хил. Хил! Тут вроде его нету. Но я должна посмотреть. Мало ли, вдруг я где-то что-то забыла. Хил, пожалуйста, дайте хилку ради всего святого. С 25 хп я просто с первого же удара сдохну. Ну, это, конечно, не 5 хп, как у меня однажды было. Но, тем не менее, очень и очень неприятно. Блин. Где же взять-то хп? Вот оно. Вот как меня ждало. Отлично. Жаль, тут секретов нет, но я хотя бы не буду чувствовать себя ущербно из-за того, что я их не найду. Я надеюсь, что заново они не посыплются, а то мне надоело уже их убивать. Тут столько кровищи. Вы только посмотрите, надо прибраться. Тревога, тревога. Warning. Так, стопудово сейчас откуда-нибудь что-нибудь да выскочит, да? Или нет? Так, вот это что такое? Что это? Зачем это тут? Так. О, рычаг. Ну-ка. Отлично. Так, я так понимаю, тут мочило сейчас начнется, да? Поэтому мне страшно. О, оно двигается. Блин, только не клоуны. Черт, черт, черт. Вас двое! Нет, 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 свалите от меня. Хватит, нет, 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 нет. Меня не возьмешь. Нет, нет, нет. Я свалю туда, где вас нет. Давайте, преследуйте меня, сволочи. Как я, по-вашему, должна их одолеть вот с таким хп-то, а? Дети твари. Эй! Клоуны! Где они? Где они? Где они? Где они, черт возьми? Ну все, мне капец. Ясно. Понятно все. Ага. А, отлично. Один сдох. Где второй? Где второй? Где второй? Они оба сдохли? Они друг друга убили? черт, да я же гений. И они убили друг друга. Ну, точнее, один другого убил, а я убила еще одного, но... Черт, у меня 19 хп. Вот как, крашеная твоя морда, я должна идти дальше, а? Нафиг тебя, и тебя нафиг, ненавижу. Сволочи. Понимаю, что дальше меня ждет вообще адский ад. И это печально. Ладно, пойдем. Я так понимаю, что меня... Нет, вот это возьму. Там КПшка. Но что-то мне это не нравится. Опа. Отлично. С ними разобралась. Но там еще собаченцы. Ее надо убрать. Где там эта собака? Собака! Собака-плевака. Летуны-блевуны. Офигеть просто. Да блин! Имей же ты совесть! Сволочь! Ладно, мне наплевать. А, черт, черт, их тут слишком много. Ну, давайте, давайте. Я с каждым разберусь по отдельности. Не надо мне. Сразу все лезут, а? Сволочи. Давай. Больше нету? Нет, там все еще работает эта хрень. Так, надо что-то с этим делать. Ладно, ну теперь-то я разобралась уже за спавнером, я надеюсь. Так, еще один остался. Ну давай, сдохни. Порадуй меня. Тишина, вы слышите? Это значит, что со спавнером покончено. И это офигенно. Но мне там не нравится. И мне как-то надо добраться вон туда. Просто как? У меня до сих пор нету пушки, которая, в общем, ну, должна быть. Мне интересно, где я ее наконец найду. Судя по всему, она была еще на том уровне, просто я слепошарая, поэтому и не обнаружила ее. Она мне сейчас пригодилась бы. Так, ну что ж, полезли наверх. О! Поясок я вижу, поясок. Еще мне как-то надо допрыгнуть вон туда. Но это проблема. О! Ладно, хотя бы пояс одену, а там посмотрим, что да как получится. Крутой пояс, кстати. Ай, ё-моё. Это как это так получилось-то? Эта штука невидимая! Вы заметили? Она невидимая, как бы, почти что. Как мне наверх-то попасть, а? Там ведь нету никаких этих самых. Печаль, тоска. Я же не допрыгну. Я могу, конечно, попытаться, но... Видите, не получается. Сейчас попробую еще раз вон. Ай! Ты, блин, можешь прыгнуть-то, нет? Идиота кусок. Об лампочку стукнулась. Да что ж такое-то? Значит, надо просто прыгать вперед. Ну, почти. Я так буду, наверное, всю жизнь прыгать. Нет. Да что ж такое-то? Ладно, плевать. Эти штуки, они опасные, я так понимаю, да? Ну, не опаснее вот этих вот невидимок. О, там еще одна штука. А тут кто будет невидимый? Хотя ладно, плевать, я там вижу что-то интересное. Неужели это пушка? Если так, то это офигенно. Свали ты в канаву, невидимая хрень. Вон они откуда падают. Я не глухая, я слышу вас. Переждем. Я помню эти штуки на самом деле. Они в помещении там должны быть, по идее. Да, это пушка! Ура! Давай, подходи. Умирай. Высокое напряжение сделать свое дело. Давайте, подходите, я вас всех вынесу. Даже не потратив патрончиков. Ладно, им на вот эти вот штуки абсолютно плевать. Я им прям завидую. Хилка. Жду не дождусь тебя забрать. Что-то там слишком темно. Мне не по себе. Так, а дальше у нас что? Ну ладно. А нет, только не Карлсон! Карлсон! Умри, 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 умри. Да! Но я боюсь, что он тут не один был, да? Или один? Один, не один? Эй! Карлсон, ты тут один был? Нет? Ладно, чем мне тут ждать? Что-то где-то происходит. Просто там что и где? О, блин! Ну все. Клоун. Клоун головного мозга. А, все, нет клоуна. Так. Ты мертв. А у меня полное хп. Жаль, розочки нету, ну да. Блин. Мысль материально, люди. Вот она, розочка. Это офигенно. И я, кажется, дошла до конца. До самого конца уровня. Я надеюсь, никто меня не будет убивать, да? Да, я дошла до конца уровня. Ура! Ну, точнее, это часть уровня. И... Люди, я помню это место. Это в демке было. Точно. Это было в демоверсии. Но проходить это я буду уже в следующий раз. Хотя мне не терпится. Но что поделать? И так уже много времени прошло. Что ж, большое-большое спасибо за то, что смотрели. Еще раз извиняюсь за то, что давно не было летсплея. Я надеюсь, исправиться, конечно. В любом случае, подписывайтесь на канал, заходите в группу ВКонтакте, задавайте вопросы и все такое. Удачи вам в жизни и до свидания!